Ну что ж, всем привет, и мы идем к Диабло. Точнее, мы идем за Диабло. Учитывая то, какие у нас классные характеристики. С другой стороны, не стоит расслабляться. Ха. Некий... усиленный рыцарь. Книжка телепортации у него была. И маг. Телепорт, кстати, полезная. Полезная способность. Ее можно использовать, чтобы... уходить из окружения врагов. Ну что ж, похоже, тут рыцари и маги будут нашими противниками. А может быть, еще кто-то. Итак, что здесь происходит? Вот видите, тут есть такие комнаты, в которых есть... рычаги. Вон он, рычаг. Вот нам нужно последовательно открыть эти комнаты одну за другой, дернув, соответственно, один рычаг где-то в одном месте, потом в другом и так далее. Когда, наконец, все рычаги будут открыты, то откроется та комната, в которой сидит Диабло, и мы сможем с ним сразиться. Так, прострелили эту зону. Идем сюда. Как видите, наши выстрелы заставляют противников пошатнуться, и после этого мы успеваем нанести им еще одну атаку. Вредные маги. Ох уж эти маги с своими огненными шарами. Потихонечку мы сокращаем их число. Так что время подобрать золотишко, которое тут валяется. Интересно, будет ли у нас еще один уровень до того, как мы встретимся с Диабло. Также интересно, успеем ли мы накопить золото на тот крутой шлем, который дает резисты. Ну, скоро все узнаем. Ой, чуть было нас тут не зажали.
Деловые пацаны. Ничего не могу сказать. Сократили у нас количество бутылочек. Окей, магов мы потихонечку тут зачищаем тоже. Остается. Остается немного. Немного, но все-таки остается. Как видите, некоторое количество бутылок нам пришлось тут потратить. Хотя это последний уровень, и было бы странно, если бы мы были бы вообще в безопасности. Вон первый рычаг. А вот и уровень у нас, отлично. Это приятно. Подождем дергать этот рычаг. Мы сперва все-таки тут зачистим всю местность. Уровень поднимем. Опять же вложимся в виталити, чтобы быть покрепче. Снова толпа магов. Даже вы кончитесь, ребята. Благо, у нас еще повышенная сопротивляемость к огню. Благодаря недавно поднятой... недавно найденному кольцу. Окей, с этим свитком мы видим своих врагов заранее. Ну и ладно, давайте дернем эту штуку, что может пойти не так. Окей, теперь у нас открылся проходик вот сюда. Видим, что там много магов. И магов, и рыцарей всех хватает. Этакий лабиринтик.
Вот такой лабиринт, он даже нам... Ну, не сказать, что прям на пользу, но... Нам лучше, когда враги поступают к нам по чуть-чуть. Нежели... Одной большой группой. Потому что одного за одним мы выносим их... Без каких-либо затруднений. Дернули следующий рычаг. Теперь вот та штучка открылась. А когда мы ее откроем, то вот тут вот, видимо, и будет Диабло. Так что в идеале, перед тем, как дергать последний рычаг, нам нужно будет слетать домой и... затовариться. Купить бутылок. А также попробовать купить тот самый классный шлем, чтобы иметь повышенную сопротивляемость всему. И, собственно, ничего не бояться. Окей, ждем следующую пачку врагов в этой комнате. Теперь уже не лабиринт, а именно классическая комната, где все смогут на нас выскочить. Всей толпой. Так что не забываем отступать. Выпили золотую бутылку, так что теперь мы можем снова подлечиться. Колечко из кого-то выпало. Так. Где же тут? Я ведь почти видел его. Почти видел. Так, это рычаг, но... Рычаги мы подождем пока дергать. Где же я видел это кольцо? Где-то здесь свалилось. Ладно, сейчас найдем. Где-то вот, где-то здесь оно должно быть. О, кстати, эликсир магии. Тоже полезно. Где-то я прям видел, было написано ринг. Но эти маги меня отвлекли, мне нужно было отойти. Ну как же так? Будет обидно, если это какое-то крутое кольцо, и мы его взяли и потеряли тут в пикселях. В какой-то момент придется, конечно же, забить, если мы вот в ближайшие секунд 10-15 его не найдем.
I can't carry anymore. Серьезно, больше не... А, мы уже подобрали это кольцо. Вот я лопух. Я его ищу, а оно уже у нас. Так, ну ладно, тогда давайте обойдем по кругу. Вот еще второй рычаг. Вроде бы мы всех победили. Да, давайте вернемся домой. Изучим это найденное кольцо, все продадим, возможно, купим тот самый классный шлем. Hello, my friend. Stay a while and listen. Все изучили, что тут у нас? Неплохой меч. Этот меч тоже неплохое колечко. Просто ловкость дает. С одной стороны, неплохо, с другой стороны, не вот прям. Вау. Так, все продаем. И вот, пожалуй, мы можем купить этот шлем, да? Что еще тут есть? На, пожалуй, мы купим этот шлем. Мы все починим. Да, у нас становится чуть побольше здоровья и маны. Но так у нас больше брони и отличные резисты. Думаю, это стоит того. Wow, what can I do for you? Что ж, теперь мы полечимся. What ails you, my friend? Купим бутылочек. И что ж, у нас есть очень отличные резисты к молнии, к магии. Думаю, это лучше, чем иметь ту шапку. Плюс армор еще больше. Теперь я думаю, что мы сделаем. Мы откроем еще на всякий случай портал домой, если... Если нас прижмут, чтобы было куда отступить. Ну и, собственно, дергаем рычаги и вперед на старт. Сохранимся. Перед этим делом и вот. Фух, пора драться с дьяволом. Сперва у него еще есть свита. Кто-то даже какую-то корону с собой таскал. Ну, мы не лезем на рожон, потому что... Диабло сам по себе очень серьезный противник, но оно и ясно, самый сильный враг в игре. Поэтому нет никакого смысла сталкиваться с ним, когда его поддерживает его компания. Если его компания рвется в бой, то... Пожалуйста. Блин, вышел Диабло и нам навалял. Ладно. Будем внимательнее. Нам стоило тут подлечиться. Я немножко пожадничал. Думал, подлечусь чуть позже. Но у Диабло такие сильные дальнобойные атаки. Он тут тоже... В конце концов, вышел чуть раньше, чем я ожидал. Я думал, что у нас есть еще время пострелять по этим магам. Но времени не было.
У дьявола сильная дальнобойная атака. А вот, собственно, мы уже по нему стреляем. Блин. Так, что нам делать? Надо его застанить. Если застанет дьявола, это такой себе план. Черт. Так, ладно. Он сам кого хочешь застанет. А, черт. Так, как же нам... Интересно. Ну-ка, лучше с ним бороться. Я что-то подзабыл немножко. Пока все шло неплохо. Мы расстреливали его ребят. Вроде все шло нормально. Может быть, нам стоит, например, голема попробовать попризывать. Хотя... Ну, сейчас посмотрим. Потому что, очевидно, мы не хотим драться с ним. Пока живы все его маги и рыцари. Так что маги прилично сносят. Да и рыцари будут путаться под ногами. Ну-ка, давайте сохранимся из этой позиции. Тут вроде у нас все спокойно. Так. Ну, с рыцарями проблем нет. Проблема начинается, когда вылезает дьявол со своими дальнобойными атаками, от которых у нас, кажется, особо нет способности увернуться. Окей, вынесли этого мага. Эх, пропустили шарик по себе. Так, вроде вынесли магов. Большинство, по крайней мере. Так, ну ладно, сохраняйся, не сохраняйся, а надо драться с дьяволом. А, блин, там еще много народу. Можно сюда отбежать тут побольше, хотя портал у нас там. Интересно, будет ли дьявол отставать от нас тоже. Пока не похоже, чтобы он отставал. Интересно, запрограммирован ли ему какой-то особый интеллект? Блин, вот эта дальнобойная атака очень сильная. Блин. Если мы мана шилд применим. Блин,
Опустим мана шилд. Возможно, есть смысл, да, через мана шилд поиграть. Здесь мы можем отступить. Но сохраняться на всякий случай не будем. Вдруг он нас там заловит на выходе из портала. А вообще... Допустим, мы сходим, подлечимся. В принципе, мы неплохо ему нанесли урона. Так... Если мы пойдем к колдунье и купим много зелий маны, на выходе из портала прочитаем, ну, собственно, мана шилд. Даст ли это желаемый результат? Так, покупаем пачку маны. Соответственно, зайдем в подземелье, прочитаем свиток манового щита, и у нас мана будет как дополнительное здоровье. На всякий случай не будем сохраняться, вдруг что-то пойдет не так. Страх. Вот, окей, щит маны. Ну, Диабло, давай. А. Ну. Вот и все. Да. The soul stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes, and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained. For now. You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps, salvation. Итак, наш герой... вонзает в себя кристалл, чтобы удерживать Диабло под контролем, и отправляется на восток в попытках найти ответы или спасения. История на этом заканчивается. Как видите, мы справились. Прошли эту игру за Роуга. Это было
весело, местами сложно, местами нас пару раз нас прижимали, но потом мы нашли супер крутое снаряжение и справились со своим квестом, ну, в целом, довольно уверенно. Это было здорово. Спасибо, что смотрели это прохождение Диабло, и если вам понравилось, пишите. Может быть, я запишу прохождение за другого героя или запишу прохождение других частей Диабло 2 или 3. Так что спасибо и до новых встреч!